В Балтийском дерби он отстоял северную столицу. Победный блокшот. «Зенит» обыгрывает ВЭФ, а Валеев забирает этот хит-парад в личную коллекцию. Два шведа в одной команде, и это просто подмосковные Химки. И пока Алексей Швед отсутствует на паркете, шведу Йонасу Жеребко приходится отрабатывать за двоих. На одной половине площадки блокшот и два очка на второй, да еще и с фолом. And one. За себя и за Лешку. Эффективно Йонас Жеребко, Химки. Ой-ой-ой, здесь Евгений Воронов падает. Просто как-то запутался он в ногах. Антони Рендель говорит: наконец-то хоть чем-то повеселили публику. И уже это данк, точно, да, ходит кольцо. Антони Рендель, творец момента, поставил прекрасный блокшот и тут же положил мяч вверх. Ну вот это желание после блокшота так пробежать через всю площадку, чтобы оказаться на острие атаки. Тавиус Уильямс и один в поле воин. Мэтт Дженнинг думал забить в проходе. Домой! Уильямс почувствовал вкус крови и помчался в атаку. Алиуп от Хакима Колома – награда за старание. В итоге зверский данк – лучший момент недели. Латавиус Уильямс, Уникс Казань. Артем Пороховский меняет вид спорта. Андрей Зубков пошел под кольцо, где его ожидал сюрприз. Волейбольный блокшот двумя руками. Интересно, как у Артема с подачей? Узнаем в новом сезоне. Артем Пороховский. Нандо де Кало вдохновился прошлогодней победой сборной Франции на чемпионате мира и доказал, что ничем не хуже Погба и компании. Чистейший подкат. Если надоест баскетбол, Нандо точно найдет себе применение. Нандо де Кало, ЦСКА Москва. Вот сейчас,